Краскове появится свой цветной бульвар. В поселке началось строительство нового жилого комплекса. По проекту там предусмотрены подземный паркинг, музыкальная школа, кинотеатры и многие другие объекты, необходимые для комфортной жизни. Первым и главным зданием микрорайона станет 17-этажный дом. Планируется, что в новостройку переедут жители ветхого фонда на улице Карла Маркса. Старая добрая традиция выполнена. Капсула замурована в основании нового объекта. В такой торжественной обстановке началось строительство первого дома на Красковском цветном бульваре. Работу благословил священнослужитель. Аминь. Освящается основание дома сего ограбления в обители освящены. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Пока сложно представить, что на месте этого огромного котлована вырастет современное жилое здание. Но застройщики уверяют, ровно через 14 месяцев здесь будет возвышаться 17-этажный дом, изготовленный из экологически чистого и долговечного материала. Это церемония заливки первого бетона. Сейчас мы принимаем фундаментную плиту. За сегодняшний день порядка 1000 кубов бетона будет принято вот в эти конструкции, которые вы видите. Компания «Атомстрой» выполняет в своей работе ряд социально значимых задач. Первый этаж нежилого помещения отведут в детской школе искусств «Гармония». Переехав сюда, учреждение культуры увеличит свою площадь почти в два раза. Кроме того, в новом здании разместится физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще одна цель застройщиков – создание комфортных и современных условий для переселения людей из ветхого жилого фонда на улице Карла Маркса. Мы приступили к возведению 17-этажного жилого дома с двумя этажами нежилыми. Это он нужен нам для переселения. Вдоль дороги, которые дома мы будем сносить, и вместо них возводить 4 башни, 12, 14, 14 и 12 этажные, соединенные с стилобатом. Это будет наш уже вот конечный результат. Кстати, применение стилобата в современных домах – ноу-хау для городского округа Люберцы. В этом сооружении разместятся социально важные объекты, офисные центры, а также зоны для развлечений. А под ним проектировщики предусмотрели подземный паркинг на 220 машиномест. Не забыли и об озеленении и благоустройстве придомовой территории. Цены на жилье, они соответствуют эконом-классу, но качество жилья – это жилье бизнес-класса. Убедиться в этом можно, посетив офис продаж, который находится у стройплощадки. Клиентам ЖК «Цветной бульвар» предлагают на выбор однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Учитывая, что проведение работ предусматривает масштабную реконструкцию, новый жилой комплекс достроит в 2022 году. Луиза Егазарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.